Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Горожанка в селе. И сегодня я вам расскажу про снег, самолеты и девочку. Итак, начнем. У меня наблюдается схождение снега на землю. Бабахает сегодня с утра. Я уж подумала, и у нас бомбить начали. Бабах, бабах, вот эти глыбы падают вон туда, прямо на дорожку. Видите, что творится? Грохает, отвалится, грох, грох. Боже, что ж там творится сейчас при фронтовых участках? Бедные люди, наверное, так и с утра до ночи и ночью живут в тревоге. Не дай бог никому. Вот видите, как дружненько летят. Три штуки сразу. Понятное дело, не пассажирские самолеты. Интересно, почему-то с Москвы. С Москвы, но почему-то на восток. И куда же это вы летите? Непонятно. Прямо их видно. Кучкой-кучкой летят. Жалко, конечно, если их прям видно вот так вот. Погода сегодня хорошая. Вот один первый ведущий. И за ним еще два. Тихо, ничего не слышно. Нет, вот сейчас гул появился, гудят. Это явно не пассажирские самолеты. Вон еще один показался. Видите, вон издалека. Это уже четвертый получается. И гул, гул идет. Они сейчас надо мной прям пролетают и гудят. А небо сегодня чистейшее, как под заказ. Ни одного облачка. Куда делось все? Вот ничего себе. Если читать знаки, значит небо открыто. Благословляет, что ли? Не знаю. Ничего себе, друзья, там еще два. Вот это да. Вот этот летит, вот, а за ним еще два. Это уже шесть штук получается. Слушайте, а почему на восток они летят? Непонятно. По идее бы на запад должны лететь. Понятно. Не могу, вижу, не могу поймать я их. Вот они, вот. Еще два. Это уже вот 4, 5, 6, вот этот последний. Под трешками идут, трешками. Как будто один сверху сопровождает эти два. Ничего себе. Вот и не верь в приметы. Да. А это средняя полоса России. Друзья, товарищи. Куда ж они полетели? Может, убирают с аэродромов самолеты? Боятся? Не знаю. Тревожно, друзья, тревожно. Вот гул усиливается, опять они надо мной летят. Вот эти два. Вот это я вам кино показала. Аж сама в шоке.
Сама в шоке. Собаки что-то брешут. У-у-у, разлаялись. Неужели чуют самолета? Это явно. Друзья, еще летят и все оттуда. Это с московского направления. Посмотрите, это 7-й уже. Видите? Куда же они летят-то? Как будто убирают их. На восток. Странно. Север. Юг. На восток. Юго-восток, как будто восток. К Уралу, что ли, летят? Я вообще не понимаю. Это 7-й. Да. Вот грохот-то, как будто мне сказали. Иди-ка, Нина Сергеевна, выйди-ка на улицу. Посмотри, что у тебя снег падает. А тут вон что творится. Вот это да. Это ведь просто мы... Средняя полоса России. Все втянуты. Да, а небо вот такое вот. Птички чирикают. Это что за птичка? Вот этот летит обратно. То есть получается западное направление. Неужели все, вот чуть-чуть не удалось снять его. Это уже полетел на запад. Боже, собаки лают, страсть. Вот соседка моя. Соседка Вива. Ты куда ездила, Вивочка? Откуда тебя привезли? На машине куда-то съездила, приехала. Какая молодец, умница. Она такая ласковая собачка. Такая она умница. Такая вот плюшевая она собачка. Иди. Нет, она ничего. Мы с ней разговариваем. Да, она такая послушная. Вот ей сказали сиди, вот она сидит. Ты умница, да? На речь человеческую понимает. Хозяина слушается. У нее какая красивая шкуретина. Угу. Такая у нас красивая, скажи, шкуретина, да, девочка? Да. Да сейчас он тебя заберет, заберет. Ну вот такое сегодня получилось кино. Жизненное, реальное. На этом я с вами попрощаюсь. Пожелаю вам мирного неба над головой. Еще потом сниму вам вторую часть. Пока-пока. С вами была я, горожанка в селе. Заходите на мой канал.